Йоу! Всем привет, ребятушки! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и мы продолжаем проходить Hollow Knight. Ребята, спасибо всем большое, кто мне дает дельные советы по этой игре. Значит, кратко пробежимся. Значит, мне посоветовали, что ключик брать не стоит. Говорят, справа там, куда он подойдет, там не особо что-то важное. Лучше возьмите что-то другое, Сергей, мне говорят. Советую взять фонарь, загребущий рой, какой-то типа жетон. Да погнали вот сюда, сходим даже. Это не то, это муха обосранная. Да, это муха обосранная. Кто-то говорит, возьми фонарь. Кто-то говорит, возьми загребущий рой, это типа для Гео. Так, давайте найдем это все дело. А, так нет, подожди, все правильно. Я же к мухе пошел-то, правильно? Так, осколок маски. Так, мне подсказали, что осколок маски это старая лишь часть чего-то большого. Или пригодится. Мне сказали, что сколько-то, по-моему, 4, что ли, осколка маски увеличивает здоровье. А это черепок сосуда увеличивает объем души. Объем сосуда души. Черепок сосуда души. Знаешь, эти призрачные круглые штуковины. Мне не очень импонирует их аура. Но товар редкий. Поэтому... Ну, стоит он, конечно, нихуя себе, скажу я. Так, 756. Ключик, говорят, он не особо. Загребучий рой. Окей, это... 1800... Так, хорошо, я понял. Вот про это, кстати, никто ничего не написал. Что это за такое, ребят? Напишите. Тухлое яйцо, для чего оно? Оно вообще стоит? Стоит дешево. Что оно вообще делает? Это съесть можно или что? Так, значит, осколки маски увеличивают здоровье, осколки сосуда увеличивают объем души. Справа в... Ключик, который подходит, куда я хотел купить вот этот вот ключик, говорят, не стоит, лучше возьми вот это. Давайте так и поступим тогда. Загребущий рой возьмем, потому что советуют, что более удобно. Можно будет не запариваться собирать гео. Крепкий панцирь. Никто про это ничего не написал. К сожалению, жаль. Ладненько, давайте я не буду деньги тратить особо. Посмотрим. Вообще, чё? Так, еще говорят, можно прыгать. Как-то. А как прыгать-то, блядь? Ну. Чё, ладненько, давайте сходим. Сходим, знаете, куда? А, еще мне подсказали, что... собирать нужно. Спасать. Спасать гусениц надо. Еще говорят, что здесь очень много потайных мест. И нужно проверять всякие стены. Подсказывают. Так, стоямба где-то. Вот, это я. Это я. И мне надо... Мне надо пиздовать куда? Так, говорят, можно отталкиваться. Отталкиваться, ну-ка... Ага, слушай, в натуре. От шипов и от... И от монстров. Ай-яй-яй-яй-яй! А, подожди, стой. Я думаю, а чё у меня гео не собирается? Оно-то надевается на скамеечки. Ну, амулет надо надеть сначала. Я ж его не надел. Ну-ка. Пиздых. И чё? А, во. Так, так, вот эту хуякс. Отлично. А, кстати, дед. Что ты мне подскажешь? Мне еще говорили, что он что-то дает. Валишься с ног, это скамейка. А, все понятно. Этот дед мне периодически говорят, что будут какие-то давать советы, подсказывать что-то.
Мне говорят, нужно мне идти налево от места, где я убил ложного рыцаря. Это я понял. И еще можно отталкиваться от шипов. Это я... Ай-яй-яй, сука! Это я тоже запомнил. Давайте-ка мы сейчас найдем, наверное, шипы. Ну-ка. Ага, да, действительно. Гео собирается. А что, я прям могу улететь? Отпрыгнуть? Ну-ка, оно... как оно далеко может? Сука! Как оно далеко может? Ну-ка, вот. Да, блядь, я сейчас умру так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, стой. Можно не запариваться, да? То есть оно прямо собирается. Отлично. Ай-яй-яй-яй, сука. Сучья муха. Так, гусенички, пойдемте. Я помню, где-то гусенички были. Где-то я не собрал. Я помню, где-то такое место, где стонала гусеничка. Я ее не мог найти, и мне подсказали, что надо было типа... А вот, кстати. Как ее собрать? Может, каким-то типа... Ладно. Еще гусеничка, я понял. Окей. Блять, что ж вы? Блять, что ж ты такой? Резкий-то. Ну-ка, давай-ка. Уйди. О, сука. Тихо. Я так умру нахуй. А, можно двигаться тогда. Понял. По колючкам, короче, можно, в принципе-то, передвигаться. Ну-ка, тихо. Тут? Нет, не тут. Тут чё? Ку-ку. Блять, я охуел, что ли? А, то есть тебя сдерживает что-то, да? О, тихо. А, сука. Сука. Чё, обосрался, да? Так, ну ладно. Ай, подожди, я тут... О, привет. Слушай, я тут не был, получается. Ни хрена себе. Так я охранял этот хуй, что ли? Сторожил. Ничего себе. Я, видимо, здесь не был. Ну-ка. А, тут я понял, тут этот жучок. Жучок-боровичок. Так, ты давай не мороси.
О, вот оно место это. А, сука. Мне сказали, что где-то здесь. Что где-то здесь. О, стой, вот здесь, да? Да ёбаный. Ага. О! Сюда иди. Ах ты, сука. У меня получается на их языке разговаривать. Так, окей. Ах ты, сучка. А куда я иду вообще? Подожди. Так, гусеничек я спас. Далее чё? Далее чё? Далее нам чё надо? Копить на фонарь. Есть локация, где темно. Темно вообще прям пиздец, как темно. Локация, где темно. Туда нужен фонарь. Ну, как я понял. Здесь типа транс этот. А-а-а, сука. Стой. У-у-у, нихуя себе я полетел. О-о-о. Ебать. Нихуя себе нарожали. Да погоди ты. Блять, ты погоди рожать-то так, э. Так, окей. А, мне... Чё я ищу-то? Я ищу, короче, где-то колючки. Было место с колючками. Но это не то место. Где-то было место с колючками, где, короче... По-моему, влево надо идти. Пойдемте влево. Типа площадки такие, оббитые колючками. И теперь с новыми знаниями, что типа... С новыми знаниями это меняет все дело. То есть я теперь могу по колючкам прыгать. Раньше я этого не знал. Ёбаный ты. Привет. О! Ты нихуя ж себе! О, тихо. О, стой! Как ты, нихуя! Стой ты, блядь! Стой, погоди. Сейчас, вот иди обратно, эй. Да все, иди, давай, бей. Говно. Бог. Бля, где-то было место с колючками, господа. Я не могу вспомнить где, но где-то оно было. Так, это, конечно, место с колючками, но... Нет, мне кажется, я тут не пройду. Так. Мне сильно подбрасывает. Мне кажется, это нужно стрейфить. Типа, пролетать это место. Ай-яй-яй! Тихо ты. Место с колючками надо. Ух ты, сучий гном.
А что там наверху, кстати? Место с колючками. Нужно идти, говорят, налево. Ага, вот туда. Ну, давай сходим. Чап-чап-чап-чап-чап. Да, я здесь не был. Или как это? Был, по-моему. Разве не был? Там что-то наверху. Ау. Ку-ку. Войти. Стой. Ну давай. О, привет. Ку-ку, ты неплохой? Отдохнуть. Давай отдохнем. Карта обновлена. Заебись. Так, и чё? Ага. Так, погоди, слушать, да? Ладно, давай слушать. Ого, кто там крадется в темноте? Ой, как страшненько. Страшный пустой взгляд и такое жуткое оружие. Что-то очень важное привело тебя сюда, в место, что раньше называлось Халлоунестом. Но я не буду об этом спрашивать, раз уж ты здесь, тебе от меня определенно что-то нужно, не так ли? Ни слова больше, друг. Вот мой дар. Маленькое и весьма пакостное заклинание, обоснован... собственного изготовления. Такой крохи, как ты, оно под стать. О-хо-хо. Ну, давай. Что произошло? Мстительный дух. Поглощено мстительный дух. Быстро нажимайте Б, чтобы высвободить дух. Заклинание... тратят душу. Удары по врагам восполняют душу. Окей, Б. Быстро нажимайте Б. Эй! Дамочка, блядь. Ого, с пробуждением, Соня. Извини, я должен был предупредить тебя о мощи этого заклинания. Я наблюдал за тобой и сам, должно быть, задремал. Невзначай. Хо-хо-хо. Но раз мы оба проснулись, я бы хотел попросить тебя о... небольшом одолжении. Конечно, не в качестве платы за мой дар. Нет, просто потому, что теперь мы друзья. Видишь ли, огромный ужасный зверь поселился в самом сердце этого храма. Какое неуважение. Я буду премного благодарен, если поможешь мне разобраться с ним в глубинах храма. Зверь сей весьма крепкий, но с твоей новой силой он тебе не чета. Удачи в этом маленьком деле, кроха. Шаман. Улитка-шаман. А хуль ты меня закрыл-то? Подожди. Ага, Б. Что такое? Беспокоят эти стальные ворота между нами? Охо-хо, забавно. Они не откроются, пока ты не убьешь зверя сердца храма. Не переживай ты так. Уверен, духи моих предков... присмотрят за тобой. Хуесос ты, понятно, ебаные. Что такое тебе? Вообще-то, как бы, прежде чем договор подписывать, его читают. Взял меня просто в обстоятельства, загнал. Нихуя он. Вырубает. Курган. Родовой. Родовой курган? Это типа... ульта у меня. Да? О! Кто ты такой? Ладно. Стилистика сразу поменялась такая. Стилистика этого уровня. Так, стой. А мне куда? Мне сюда? Вроде бы да. А, сука!
Спокойно. Эй, залупа, иди сюда. Слушайте, спасибо, кто подсказал мне, что лучше взять вот это вот. Магнит этот, денежный. Реально прям, не нужно запариваться, собирать. Куда ты полетел? Дурачок. А, он и сдох, он на шипы упал. Классно. Так, влево. Можно пойти влево. Блять, подожди. Так, все, я понял. Давайте сходим вниз. Что там внизу? Ебать. Я понял, нет. Не сходим мы вниз. Сходим мы лучше вот сюда. Ох, ебать. О, слушай, так у меня же есть эта ульта. Ну-ка. Ну-ка. Давай сейчас ультанем на этого. Уебочка. А-а-а! Сука. Да, блядь, что такое-то? Стой. Блядь, я сейчас умру. Я сейчас так глупо могу умереть. Блядь, серьезно, что ли? Пиздец! Чё это такое? Осмотреть. Ловец душ. Так, а я могу где-то... Что это такое? Так, с помощью этого амулета шаманы добывали душу из окружающего мира. Позволяет высекать из врагов больше души с каждым ударом гвоздя. Ставить я, конечно же, его... Да, понятно, мне нужна скамеечка. Мне нужна скамеечка, а там что внизу? Все, открывай, я победил. О, так значит дело сделано, зверь убит. Бедняка, должно быть, очень тебя испугался. Раньше он был довольно безобиден, но с тех пор, как пещера заполнил этот... Прогорклый воздух, он словно с цепи сорвался. Но все же это было необходимо. Прими мою благодарность, конечно, мы оба знаем... что мое заклинание очень помогло тебе. Хо-хо-хо-хо. Гляди-ка, ворота, что были между нами, открылись. Хо-хо-хо-хо. Уверен, тебе не терпится продолжить свое путешествие. Прощай и не падай духом. Помни, неважно, что ты ищешь, оно само найдет тебя. Хо-хо-хо-хо. Так, я хочу сходить еще разочек туда, потому что я не сходил налево. Мне интересно, что налево. Что там налево? Блять, лабиринты, а? Так, во-первых, вот это, да. Сразу вот так сделаем. Вот здесь... Тихо, тихо, шляпа маленькая, эй. О, там, смотри-ка. А ты, сука, а, маленькая. Монетки. Сука.
Смотри-ка. О, что ты? Что ты? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Вы кто? О! А, все, понял. Это типа две дополнительные жизни. Ну, блять, надо было, по сути, это сначала сюда сходить, потом вниз спускаться, по идее. Что там? Я хочу... Вот там свет какой-то. Так, ну ладно, чё, ладно, я понял. Это типа была подготовка к... И вообще, вот этот монстр странный какой-то. Я думал, что что-то посерьезнее здесь будет. Чё ты скажешь? Что же ты медлишь? Боюсь... Меня ты больше ничего не... От меня ты больше ничего. Однако, я ценю твою настойчивость. О-хо-хо-хо-хо. О, вот сейчас я и одену. На цуцюрник. Стой. Где тут? Как тут? А, это две типа надо, да? С помощью этого, ну, шаманы добывали душу из окружающего мира. Так, ладно, давай вот это снимем и вот так. Ну, пускай так, ладно. Карта пока особо тоже не мне. Толку от нее, короче, мало. Так, откуда я пришел? Вроде бы все правильно, да? Налево. Идем дальше налево. О! Идет движняк. Это что такое? Осмотреть, ну-ка. Извини, что разминулись. Если соберешься собьешься с пути, загляни в наш магазинчик. Грязь мути и купи карту нужной тебе области. Цены у нас просто замечательные. Карнифер. Йоу! Чувак, а почему ты... Где ты вообще? Так. Родовой курган. Я пошел влево. Ну да, 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 да. Это здесь, в принципе, карнифер-то и был. Ладно. Это что у нас здесь? Ага. Понял, ладно. Хорошо, давай. Тише, 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 блядь. Давайте сходим, походим. Но я просто не знаю, что тут... Что тут, куда тут? Я ищу колючки. Там, я помню, где-то были такие, сука, колючки. Дрочёные. Да, и здесь я был. Блядь, я здесь... Нет, здесь я не допрыгну. Все понятно. Односторонний путь. Шо ты, муха? Тут чё? Ага. Здесь мы тоже были. Хуй с ним, короче, погнали налево. Погнали просто налево. Тут что, подожди? Ну-ка, подожди, тут. Погнали налево, как и вы и советовали. Ах ты ж, сука, блядь. Сейчас сходим налево. А, еще мне говорили, от червей можно отталкиваться каким-то хуем. Ну, давай попробуем. Сука, а писюн. Давай попробуем. Да, смотри-ка. Получилось. Не совсем это удобно, короче, сделано, конечно. Тем не менее. Здоровенький.
тише, тише, тише. А, все, я понял. Я пришел не туда. Пошел налево. И пиздец. Блять, тут по сюжету фиг разберешь. Куда идти-то? Ах ты, сучий самотык, блядь. Я помню, еще там комната была темная. Темная комната. Здесь тупик. Стой! А, еще я помню эти. Как они называются-то? Вот монстра, которого я загубил. Да что ты, блядь? Монстра, которого я загубил. Вот такой же монстр где-то был. Броненосец. Где-то еще он был. Ну-ка. О, так я от них могу отталкиваться в воздухе. Это тоже можно, кстати, использовать как-то. Вот здесь. Что было? Осмотреть. Ну-ка еще разочек, что? Путь скитальца. Буйными зарослями, рощами, а там желание. Так, хорошо. А, вот он, сука, вот. О нем-то и была речь. Ах ты, сучий говно. Подожди, нет. Надо мне... Не, давай-ка я восстановлю сначала себе ампулу. Иди сюда. Ну-ка, лети еще. И последнего... Все. Сейчас пошли разъебывать каракатицу эту. Ну-ка, плюнь мне. Блядь, что такое, я не могу. Отлично. Проделали себе путь. Ну-ка. Сейчас какая-нибудь дрянь выпрыгнет. А-а-а! Сука. Слушай, красивые, блядь, локации. Правда, физика такая, ну. Не совсем физика-то. Рисованная такая. Физики нет. Зеленая тропа. А, это новый биом? Ну, локация новая, типа. Прямо обозначили. Да? Кыш. Ты кто? Где, где, где? А-а-а, сука! Прячутся, да? А, понятно, они все прячутся. Блять! Все, мне сейчас пиздец будет. О, это что за вонючка? О, тише. Бомба. Вонючая. Где, 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 где? Музыка приятная. А-а-а, тише. Так, окей. А, тише. Газировка эта, блядь, шипит.
А! Что это такое? Сука. Блять, а? Траханный цветок. О, сука, да что ж вы все прячетесь везде, блядь? Вот кто, наверное, в это играл, сейчас завидует, наверное, мне, да? Что я первый раз прохожу это все. Просто я слышал очень много шума вокруг этой игры. Ну, из-за геймплея маленечко она мне не нравится. Ну, такая нарисованная, я такие не особо люблю. Но чувствуется, что прям над ней поработали. Блин, я бы вот в таком месте в реале хотел бы побывать. Вот смотрите, какой прикол вообще. Там такой, наверное, запах. Просто вообще шикарный. Ах, кто-нибудь, если был в ботаническом саду, вот знает, как вот такие запахи, там такие свежие зелени, такой прямо, прям, я не знаю, как это описать, эти запахи. Вода такой прям, ну я не знаю, свежий, мокрый, влажный, свежий запах растительности. Это вообще шикарно. Чё тут? О! Нифига, нашел. Так, чё там внизу? Тут надо проверять все прям. Что-то я сломал или что это? Кто там? О! Я прям по ощущению уже понял, что что-то кого-то я должен был встретить. А кто ты такая? Подожди, стой. Я не допрыгну, наверное. Блять, подожди, стой. А, подожди ты, блять. Кто это, блять? Она... Я ее где-то видел. Че ты шипишь? Ах ты, сука, игломуха. Это прям как в Rain World, блять. Ебучая эта... штука. А, так они пропадают, если они в кислоту падают. Вот эта девчонка, это, короче, следующая часть будет. Hollow Knight. Про неё. Так, вон там пропёрженный ходит. Стой! А на чё я напоролся? А, на него и напоролся. Так, ладно. Тут чё? Так, хорошо. Ладно, давайте сначала сюда сходим. Секретки, может, где-то есть? Нет? Блять. Куда тут прыгать-то? Ну, пойдемте вниз. Хули делать-то? А, иди нахуй ты от меня. Бесячая тварина, блядь. О, у меня что-то жизик-то мало. Фига, я разгуливаю. О! А что там было? Я что-то закрыл? Получается, и это оборвать можно? Пиу, пиу. Стой. Ха.
Он проперженный. Подождите. А, сучий ты говномес. Бом. Так, и чё, как? А, все, понял, это нужно обойти. Давай обойдем. А, иди в жопу. Так, а тут вот... Все нормально? А, его можно было раздавить. Ты кто? Вот тварина. О, это этот. Морфеус. Да? Морфеус. Ну этот, блядь. Северус. Или как он там? О! Это я прикольно сделал. Подождите-ка. Ага, вот так вот. Во. Давайте сходим до нашего друга тогда. Как он-то? Корнифеус? Корниферлос? Или как он там, блядь? Корнифер! Какой контраст с перепутьем ты не находишь? Эти пещеры так и полнятся влагой и жизнью. Такое изобилие прелестных дорожек и тропинок. Я нанес на карту все, до чего мог добраться, даже несмотря на то, что некоторые обитатели этих мест довольно надоедливые. Купить карту? Да, конечно. Спасибо. Ну-ка. Где тут? Как? Вот так. Во. Какая она прямолинейная. Так, я слышу стон. Я слышу стон. Ты ничего больше не хочешь сказать мне? Я встретил незнакомую мне путешественницу. Во, кстати, пока спускался сюда. Попытался было позвать ее, но она стремглав промчалась мимо, даже не посмотрев в мою сторону. Очевидно, она не такая ценительница карт, как мы с тобой. Чокоре-патис. Так, а как бы мне туда... Как бы мне туда добраться-то, ну-ка? Ага, чё ты, сучка? Да, вон она. Скулит. Маленькая гусеничка. Сейчас я тебя достану, не ссы. Да, все нормалды. Так, ну допустим. Как-то я не совсем понимаю, где я нахожусь. Отключил, блядь, этот значок. В Rain World там все четко. Там включаешь карту, даже тебе не нужно понимать, где ты находишься. Ты по локации сразу можно сориентироваться. Потому что локация там на карте отображена прям точь-в-точь. С каждой платформочкой, с каждой палочкой. Здесь же какие-то смотришь и вообще не понимаешь. Нарисовано одно, а по факту как бы локация другая. Странное дерьмо. Так, ну ладно. Сюда мы сходили.
Оу. Сюда. Здесь я тоже был. Правильно? Или нет? Куда мне надо идти-то? О, что это такое? Фу. Так, я понял. Здесь я был. Здесь я был, и я поднимаюсь наверх обратно. Здесь я вот встретил подруженцию. Как бы... Я могу как-то... Может, кого-то сюда заманить надо? А я могу от мухи оттолкнуться здесь? Или надо постараться? Ну-ка, где обрывают меня? Вот здесь, да? Блин. Прям самый последний момент. Не. О, муха, иди сюда. Блять! О, фак. Стой, я понял, я сейчас с помощью тебя залечу туда. Иди сюда. Вот так вот. Блять. Да что ж ты? Да иди шипи вон в очко. А, сука, она... Она как-то неожиданно это делает. Просто стоит. Так, окей. Ёб твой рот, блядь, ты чё? Ты охуел, что ли? Ты кто такой? Блядь, это кто? О! Ты охуел, что ли, блядь? Ну-ка, ещё разок давай. Говёшка маленькая, ни хрена себе. Этот мир полный существ каких-то. Блин, я допрыгнуть не могу. Может, тут есть какая-то потайная чего-то? Окей. Ты кто? Ага, понятно. Опа. Ага. И вас я тоже вот так вот сделаю. Все, проверили. Все нормально. Стой. О, привет. Тебя я знаю. Слушайте, наверное, через муху-то я зря сюда вот так добрался. Может, читернул я? О, так ты что, спрыгиваешь еще, что ли? Ну-ка, проверь там. Все нормально. Блять, а как выпрыгнуть-то? Я хочу вот так вот. Я могу как-то... Блять, нет, не могу. Ладно, раз не могу, давай тогда. Сюда. Тут локация поменялась обратно. Да что ж ты... Рогатый хуй. Это старая локация. Стой.
Опа, здесь другая уже локация. О, блядь. Вот вы, пидор... пидарьё. Так, вниз, запомнили, надо еще сходить вниз. Пока сходим сюда. Какая жирная муха. О, ты, блядь, а? Блядь, хуй знает, вот увидел какую-то тварь, и вот хуй знает, а что от нее ожидать, стой. А-а-а, стой, блядь, как я упал так, а? Я сейчас не доберусь. Обратно-то я как доберусь? Это для чего сделано? Так, окей. Пропержены. Ну-ка. Ага. Блядь, это кто? Это овцы или кто это, блядь? Жуки или... Так, нет, подожди. Здесь у нас чё? Ладно, хуй с ним. Блядь, столько путей! Просто ебануться. Просто, блядь, глаза разбегают. Налево, направо, вверх, там, потом вниз. Еще тут вот так, туда-сюда, блядь. Все запоминать это все надо, потому что... Стой. Так, подожди. Где-то стонет, справа. В стене где-то? Наверху? Что-то не понимаю, где... А, вон она, наверху. А как туда добраться? Нет, тут только... Тут вон ту хрень надо уронить. Только так. Хорошо, влево сходили, запомнили. Здесь. Аккуратненько. Вот это кто? О! Ёб твою мать, блядь. Кто ты? Ох ты, ёб твою. Уйди! А, уйди. Ой, я могу забрать это? Ты кто? Жучара, блядь. Наказать пытался. Можно я заберу это? Гвоздик. Заменю свой. Тихо. У, блядь, тихо ты. Вас хуй разглядишь, блин. Выпрыгивают из дырок, блядь. Сколько путей, я ебу. Просто пиздец. Путей просто дохерище, господа. Ты простая муха? Или бесячая? Сразу так холодная атмосферка такая, каменная. Так. А чё туда вот так это ведёт? Куда-то. Тут что-то есть? Ку-ку. О.
О, дружище! Сорян. Не трогай! Не трогай дядьку. Блять. Пердёж какой, а? Все? Так, ладно, дядька, ты чё, как, нормально все? До свадьбы заживет? О, стоять. Ну-ка, скажи, чё вообще? И что ты, по-твоему, делаешь? А как ты смеешь вставать между мной и моей добычей? У тебя привычка такая лезть не в свои дела и надоедать? Знай же, тля, я могучий зод. Да, могучий зод. Великой славы рыцарь, и еще раз ко мне полезешь, узнаешь, почему мой гвоздь зовется жизнеуносящий. Чего тебе еще? Я рыцарь, мне нет дела до твоих детских игр, мне нужен отдых. С глаз долой, или гвоздь достану я. Ну ты, блядь, дед вообще. Поехал? Что тебе еще? Ты, короче, поехавший дед, я тебя, блядь, спас, а ты еще и моросишь. Блядь, оживали, пережевывали, я. Так, и вот мы опять переходим в травку. В травушку-муравушку. Знаете, игруха, как бы она такая... Не сказал бы, что она напряженная. Она больше такая развлекательная, она больше такая приключенческая. Чувствуется вот четкое такое привкус такого. Ну прям, как это назвать? Интересно, короче, играть. Да ёб твой рот, блядь, ты, обезьяна. Блядь, еще тебя не хватало. Ай-яй-яй. Стой! Ай-яй-яй! Стоямба! Так, что делать? Надо кого-то... Блять, вас тут я ебу! Слушайте, это пиздец. Сейчас, возможно... Сука, мне надо кого-то попроще. Мне нужно жизнь восстановить. Ага! Вот оно. Вот оно то. Куда мы ходили. Вот, ты подойдешь. Так, еще бы таких. Ты охуел, что ли? А я могу подпрыгнуть и просто вот так вот. Пизда. Ой, блядь. Час идти надо, да, доставать это все дело. Блядь, ладно, чё, давайте на этом тогда остановимся. В следующей серии придется все это обратно восстанавливать. Но это уже хорошо, что душа есть. Ну, то есть, это все не теряется. То есть, это просто нужно ходить. Знаете, это напоминает мне Блоу. В Блоу такая же тема. Если ты, я еще прочитал, что если ты не вернешь душу и еще раз умрешь, то вот тогда уже все пропадает, и деньги, ну душа разве что восстанавливается, а так, короче, понятно. Ладно, понравился выпуск, тогда жми лайк, комментируй, подписывайся на канал и делись роликом с братюлями, и также тыкай колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ссылка на плейлист и социальные сети, как обычно, в описании под роликом. А на этом у меня пока что все, увидимся в следующих сериях, всем пока!